Преподаватели кубанского ГАО востребованы далеко за пределами России. Их приглашают вести занятия зарубежные вузы. Недавно два доцента факультета энергетики проходили стажировку в Индии. И сейчас мы поговорим о их деловом путешествии. Здравствуйте. Здравствуйте. У этой поездки довольно интересная история. В мае в Агроуниверситете проходил первый форум иностранных выпускников. На мероприятие приехала делегация из Индии, в составе которой был наш выпускник. В 70-х годах он получил качественное образование на профаке Кубанского сельхозинститута, что позволило ему стать доктором инженерного колледжа Рурки. Тогда коллеги предложили обсудить возможность стажировки преподавателей. И вот первые делегаты КубГАУ уже поделились знаниями с индийскими студентами. У нас стажировка длилась в течение месяца, а у каждого из нас было выделено по две дисциплины. В моем случае это был автокад и точное земледелие. В случае моего коллеги Яков Андреевича это был питон, язык программирования, и электрические машины. И кроме того, учитывая специфику вот тех интересов, которые сейчас преследует Индия в области образования, сфера IT, компьютер-сайенс, нам приходилось также каждую из наших дисциплин разбивать еще на подблоки. Колледж предоставляет образование европейского уровня. Программы обучения соответствуют международным стандартам. Всем известно, что Индия – самобытная страна со сложившимися устоями и традициями. Это не может не отразиться на дисциплине и на восприятии мира в целом. Когда ты приезжаешь в страну, в которой совершенно все по-другому и совершенно иная система координат, то тебе необходимо некоторое время, чтобы принять, привыкнуть. В принципе, в отличие от нас, люди у нас такие расслабленные по жизни, поэтому студенты тоже они имеют специфику опаздывать иногда. Вот с чем мы, конечно, мы столкнулись и были удивлены, спросив, почему так происходит, вот, можем ли мы как-то повлиять. Нам сказали, что нет, но это наша такая специфика, у нас так заведено. Преподаватели КубГАУ смогли познакомиться со всеми сферами жизни колледжа. Так же, как и в нашем вузе, индийцы стараются не сидеть на месте, проявлять себя в спорте, творчестве и различных увлечениях. Студентов жизнь достаточно насыщенная, так же, наверное, как и у наших студентов. Вот здесь, наверное, есть такое сходство разительное, потому что студенты, да, периодически участвуют в фестивалях. Опять же, ну, мы это отслеживали и перед поездкой, просматривая, допустим, те же социальные сети, Facebook, Instagram этого колледжа. И после, сейчас так как осталась у нас связь с преподавателями, они периодически нам присылают какой-то материал. Наши доценты стали первопроходцами по стажировке в инженерном колледже Рурки. Они нашли точки дальнейшего взаимодействия и поделились с коллегами в КубГАУ полученным опытом. Теперь у вуза есть новый зарубежный партнер, а значит и новые возможности. Напоследок поделимся рекомендацией от доцентов. Друзья, изучайте иностранные языки, и тогда ваша профессиональная жизнь сложится гораздо продуктивнее.